Полунин. Здорово обыгрывает один в один Киселевича. Полунин, какая пауза, но все-таки левый щиток Ивана Федотова остается на месте. Как раз-таки вот тот случай, когда габариты сыграли в пользу вратаря ЦСКА. Отличное действие в исполнении нападающего Локомотива. Полунина уже не первый раз во втором периоде. И еще более убедительные действия в исполнении Ивана Федотова, который боролся до конца. И в конечном итоге ему размера щитка и растяжки хватило для того, чтобы ликвидировать очень опасный момент у своих ворот.